часть. Ничего, костюмчик. Лексингтон атакован. Мы ближайшие к нему. Вся авиация с него летит к нам. Ладно, из Японии уже вышло госпитальное судно. Но пока она дойдет, нам нужно что-то делать. Доктор Розенталь, пройдите. Пойду поищу пророка, пока он не наделал глупостей. До встречи. Стрикланд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Номад, ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда, действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр, нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора – гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр, только что порвалась связь с Лексингтоном. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду в оружейной. Позовите меня, когда все закончится. Ты слышал приказ, лейтенант? Ваш командир прошел в оружейную. Он, наверное, ждет вас там. Лейтенант Нойман, пройдите на полетную палубу. Лейтенант Нойман. Черт, их так много. Мы не справимся с таким количеством раненых. Ищите оружейную по коридору и направо. Командующий Дорн, пройдите на мостик. Командующий Дорн, пройдите на мостик. Говорят, что вы были внутри той сферы. Да, нано-костюмы впечатляют. Я провел предварительную проверку. Похоже, это какой-то аккумулятор. Никогда с таким не сталкивался. Можно только догадываться, как тот парень его включил. Номад, ты живой? Эй, Номад. Садись, приятель. Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за неделю не разберемся. А вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил избыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Доктор Джеспа, мне надо проверить нано-костюм Номад. Мне сказали, вы можете помочь. Конечно. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Эй, босс! Куда это ты? Кончать со всем этим.
Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Так, чем я могу вам помочь, доктор? Я выделила сигнал, который эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нанокостюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим, как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. В общем, есть простор для экспериментов. Что именно они со мной делают? Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. А если она не верна? Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Доктор Розенталь, пройдите на мостик. Доктор Розенталь, на мостик, быстро! Не заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Номад, как будешь готов, подходи на мостик. Красавица. Такие редко идут в науку. Эх, будь она 10 лет моложе. А, вот и она! Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Тактическое атомное оружие разработано специально под нанокостюм. Опытный образец, еще даже не слышно. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумают. Опробовать можно? Нет. Так, думаю, все готово, лейтенант. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отличается терпением. Максимум скорости. Намат! Осторожнее с этой шуткой! Еще взорвется. Спокойно, я знаю, что делаю. Господа, это адмирал Моррисон. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности по целям на острове. Для принятия такого решения нужны серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена, но данные, собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что нашей планете угрожает реальная опасность. Что бы ни случилось в ближайшие несколько минут, я рассчитываю, что каждый из вас выполнит свой долг с честью и мастерством. Итак, занимайте боевые посты и готовьтесь. Майор Бернс, это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор Бернс! Что он делает? Сэр, поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если мы действуем по их указке? Нет времени на «что если», доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. У меня приказ. Конституция штаб, это Мародер-1. Есть захват. Приближаются цели. Отбой. Понял, Мародер-1. Прием. Готово, сэр. А если вы ошиблись, адмирал, вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск. Есть, сэр. Мародер-1, это Конституция штаб. Зеленый свет. Доставляйте груз. Отбой. Надеюсь, понял, что вы правы. Вы, я и остальная планета. Thank you.
бригаду! Живо! Отставить, Номад! На корабле творится черт знает что! Эти твари лезут прямо сквозь борты! Выходи и сражайся, солдат! Мы не можем отступить! Подходим к транспортеру для перезарядки и перегруппировки. Это еще не все. Номад, в реакторе утечка. На нижних палубах остались инженеры. Тебе нужно спуститься туда по транспортеру. Держитесь, Морпехи. Мы отстоим палубу.
реактору! Живо! Реакторе утечка. Я иду туда. Мы попробуем прорваться на палубу. Лечу. Дай знать, когда будешь на палубе. Понял. Рома, я настроила передатчик. Теперь мы сможем управлять их механизмом подзарядки с помощью твоего нано-костюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Да, у меня всегда проблемы. Я уже решил, что ты тоже из этих тварей. Ты Номан? Черт, значит, ты жив. Я слышал, что ты погиб. Эй, сюда! Эй, Номан, мы тебя ждали. В реакторе утечка радиации. Мы долго не продержимся против этих тварей. Если реактор не заглушить, он рванет. Тебе надо на ту сторону. Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике. Тогда ты сможешь перезапустить реактор. Не беспокойся, я все подробно объясню.
заклинило. Иди туда и опусти их вручную. Недостаточно энергии. Максимум силы. Максимум брони. Перегородка
вперед! Все, кто не ушел, погибли! Держись! Сейчас мы тебя заберем!
твари мне не прилететь! Ты должен убить ее, Номад! И как вы предлагаете мне это сделать? Попробуй.
Блокировка включена. Пушки! Номат, разберись с пушкой!
свой костюм. Мы под обстрелом! Не могу приблизиться! Номад, разберись с пушками, чтобы мы могли подлететь поближе. Выполняю. Второе поле.
точный выстрел. Thank you.
Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Принимаю. Кто там? Да ты не поверишь, браток. Это Пророк. Он жив? И, похоже, еще брыкается. Засекай его координаты. Возвращаемся.